Сегодня замечательный день, суббота, хорошая погода, не жаркая. Кидайте в меня тапками, я знаю, что дерево это аутентично и хорошо, поэтому я его аккуратно снял, положил в пакетик и оставил для будущих, так сказать, поколений. Кто захочет, тот переобует. Соответственно, буду пристрелять с этим липерсом 3 на 9. И самая, так сказать, гвоздь программы – это планочка Fab Defense. Вот. Но я уже, на самом деле, из нее стрелял. То есть меня она полностью устроила. Соответственно, она меня устроила настолько, что я готов пристрелять ее теперь, чтобы, как говорится, в ноль. Вот. Патрончики будут сегодня эти. Запарился я обычными барнаульскими стрелять. Ну, как-то странно они летят, я не знаю, как бы это правильно сказать. Так же, как и климовские. Вот, мишеньки. То есть, все должно быть замечательно. Итак, 10 кентавриков напихано. Сейчас с маленькой дистанции, но уже теперь, как я понимаю, пристреленным стволом. Вон там метров 40. Даже, может быть, 45. Сейчас будет две серии по 5 выстрелов. Сантиметров. Сейчас самая фишка. Вон там маленькая мишенька. И это будет 150 метров. Пошли. А может быть даже и все 200. Я не знаю, зачем я это делаю, но хочется. Подходим к точке назначения. На самом деле, больше 100 метров стреляю первый раз. Блин. Надо менять стрельбище. Серия с 5 выстрелов. Раз, два, три, четыре, пять. Прицел был на 9 крат установлен. И вон там, за теми камнями. Дальше, дальше, дальше. Из низинки я стрелял снизу вверх. Первый раз стреляю на дистанцию более 100 метров. 7,62, Барнаул, Кентавр. Я даже не знал, эту мишеньку сниму, дома померю. 10 сантиметров, 15, даже больше. Не знаю, для меня это вообще потрясающий результат.